Я наши ребята из Афганистана. Мы вспоминаем всех тех, кто воевал за пределами Отечества. Память защитников Отечества в День воинов-интернационалистов почтили у мемориала славы в центре Одинцова. Вместе с жителями, ветеранами и местными депутатами-единороссами к памятной акции присоединился депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Светлая память всем павшим. И давайте будем, как он правильно сказал, Михаил Викторович, в эти дни мы как никогда чувствуем локоть друг друга, сплочение. И вот благодаря таким людям, как вы, которые уже имеют жизненный опыт, связанный с участием в войнах, которые проходят в наши дни. Мы собираемся в памятные даты, значит, в дни вот такие, ну, в частности, воинов-интернационалистов, для того, чтобы увидеться друг друга и отдать дать памяти тем, кто погиб за нашу родину, за рубежами нашей страны. По традиции к вечному огню возложили цветы. Участники митинга вспомнили тех, кто подвергался смертельной опасности, защищал нашу родину и сохранил верность воинской присяге. Екатерина Крамер, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».